добрый вечер. В эфире интерактивное ток-шоу Prime Time. Ну, сегодня наша беседа будет состоять из трех блоков. Это вотум недоверия правительству Лянка, очередной вотум недоверия за предательство национальных интересов, как заявила фракция ПКРМ в парламенте. Второй блок – это решение Конституционного суда о признании румынского языка. Ну и в довесок – это вчерашнее решение КСТР об отказе санкционировать один из телеканалов за антисемитские заявления и отрицание Холокоста. Только очень сторонний наблюдатель не заметит во всех этих событиях взаимосвязь. И мнение может быть здесь сколько угодно, но результат очень предопределенный. Во всяком случае, уже сегодня его можно предугадать. И этот результат не вселяет надежды в то, что с нашим общим молдавским в ближайшей перспективе будет все очень даже хорошо. Молдова сегодня на перепутье между правилами игры, которые ей навязывают извне в том числе, и, собственно, сохранением собственного суверенитета. Удастся ли нам сделать правильный выбор, и каков этот выбор будет, каким этот выбор будет, об этом мы сегодня побеседуем с гостями Prime Time. У нас в гостях юрист, специалист в области конституционного права Теодор Карнац. Добрый вечер, Теодор. Добрый вечер. И политический комментатор, правозащитник Игорь Калдарев. Здравствуйте. Добрый вечер, Игорь. Ну что, давайте начнем с сегодняшнего события, которое вот длилось буквально до последних минут. Это заседание парламента, на котором рассматривался очередной, уже четвертый по счету вотум недоверия правительству Лянке. Причем инициатором этого вотума, конечно же, опять неудивительно, снова в очередной раз была партия коммунистов. Но вы знаете, у меня ощущение, что с каждым последующим вотумом претензии или, скажем так, формулировка, да, вотумов, она все жестче и жестче. И сегодня рассматривался вотум с формулировкой «за предательство национальных интересов». Как вы считаете, Теодор, к вам первый вопрос. Парафированные соглашения в Вильнюсе не несут угрозы суверенитету? И ведь именно за парафирование этих соглашений об ассоциации с ЕС, именно эти соглашения, они и подвигли коммунистов подать резолюцию о вотуме. В принципе, я как конституционалист могу четко ответить, что нет, потому что парафирование этого договора не влечет за собой никаких последствий, потому что суверенитет, он на основании статьи 2 Республики Молдова, в принципе, принадлежит народу. И народ может этот суверенитет исполнять прямой или прямо при помощи референдума или через своих представительных органов. В принципе, на основании той же статьи 2 мы можем сказать, что народ избирал своих представительных органов, и именно депутатов, именно тех партий, которые сейчас руководят Республикой Молдова, было написано в своих политических программах, чтобы вот в будущем они намереваются, чтобы Республика Молдова интегрировать в Евросоюз, и даже когда был утвержден правительство Лянки, там было написано, что им парламент доверяет этому правительству, чтобы они парафировали этот договор с Евросоюзом. И если бы вы мне давали вопрос, как-то ущемлять суверенитет Республики Молдова, я думаю, что нет, потому что ущемление суверенитета – это означает, что мы делегируем часть суверенитета Республики Молдова другим органам, а именно органам Евросоюза. То, что связано с законодательным, исполнительным или судебным властью. Если вы прочтете этот договор, то вы не найдете никаких делегирований со стороны парламента тех в той области, которая связана с суверенитетом. Теодор, извините, я просто не могу вас не прервать. Парламент не принимал никакого практически участия, то есть не давал разрешения правительству
парафировать эти соглашения. Если вы сейчас говорите о правящей коалиции, да, о депутатах правящей коалиции в парламенте, да, здесь можно сказать, что правящая коалиция, в том числе и в парламенте, она как бы, да, вот, ну, уполномочила, скажем так, правительство. Но этот вопрос не рассматривался и в рамках заседаний парламента. Если вы знаете, то есть эта процедура была полностью исключена. Я с вами не согласен с вами, потому что что означает парламент? Это у нас представительный орган, где там исполняют свои обязанности наши депутаты. И в принципе, если в парламенте есть у нас мажоритарная коалиция, так, это означает, что что наш парламент дееспособный. Дело в том, что эта мажоритарная коалиция, она уполномачивала правительство Лянки, чтобы тот парафировал, когда им давал вотум доверия о назначении этого правительства и Лянки в качестве премьер-министра. Интересно. Это было 30 мая 2013 года, когда вот было назначено это правительство Республики Молдова. Если вы прочтете программу Лянки, то вы там найдете некоторые статьи, которые связаны с парафированием и договором с Евросоюзом. Вот оттуда Игорь, есть. Вам есть что сказать на это? Давайте. Даже не знаю, с чего начать. Начинаю. Много есть чего, да? Все это полная ерунда, и вот почему. Полная ерунда, вы конкретизируете. Значит так. Дело в том, что этот договор, те, кто его прочитали, и договор, и приложение к нему, он во многом противоречит Конституции Республики Молдова. Например? Мы к этому вернемся. Давайте сейчас в общих чертах. Значит, единственное, что, в чем я согласен с коллегой вот, в студии, что парафирование этого договора не несет угрозу ни Республике Молдова, ни экономике Республики Молдова, ни целостности, ни нашей государственности. Потому что парафирование – это ничто. Пример Украины показал. Парафировали, потом не подписали и разбежались. Но то, что произошло сегодня, оно гораздо интереснее и глубже и проблематичнее, чем если бы это было задуманное преступление со стороны Лянки и компании в правительстве против государства Республика Молдова. Сегодня я внимательно просидел и просмотрел прямой репортаж, речь, 20-минутную речь Лянки, а потом ответы на вопросы. И вот представьте себе, вот я с длинными волосами, у меня эти длинные волосы, они вот так вот стали, как ежик, да? Я был похож на Анжелу Дэвис, только седой. Фишка в чем? Я понял одну вещь. Лянка не понимает глубину тех проблем, которые они создают этим договором. Он просто этого не понимает. И, наверное, мы возьмем по мелким макаронам и все это, весь этот договор распишем и объясним, где что и как он не понимает. Лянка не понимает простых вещей, он не понимает, как формируется внутренний валовый продукт, просто не понимает. Он призвал Лазаря в помощь, тот тоже не понимает. Лазарь нес какую-то ахинею. Настолько, я потом, может быть, завтра в нашей передаче, так что было понятно. Лянка на самом деле непреднамеренный преступник. Он совершает это преступление по незнанию. Его гораздо более умные люди там на стороне используют в темную. Ну, примерно так же, как его использовали мошенники, которые обкрадывали стати. Когда Лянка был у стати директором по африканскому направлению, Лянка подписывал мошеннические документы и всевозможные трафик, дефиденс умани, воровство и прочее, и прочее. Те воровали у стати, и все шло за подписью Лянка. Вот я понял, что Лянка тогда использовали, и он и сейчас та же самая история. Лянка просто не понимает, что происходит с этим договором и последствиями его. Игорь, вот вы сказали, что министр экономики сегодня нес ахинею, но во всем этом все-таки прозвучала совершенно четкая, понятная информация. На вопрос о том, какие риски понесет бюджет после введения соглашения о зоне свободной торговли, Лазар сказал, что это будет 10 миллионов евро из бюджета только по таможенным сборам. Можно вот тем не обидеться, если я опять стряну, потом буду молчать, и как рыба об лёд, как замороженная рыба об лёд, ни слова не правильно. Друзья,
механизмы, экономические механизмы государства устроены следующим образом. Это в ответ на реплику Лазера. Устроены следующим образом. Внутренний валовый продукт, это то, чего не знает Лазер и Лянка, это сумма товаров и услуг, произведенных в стране за один год. И так как нельзя, да, яблоки с вином смешать и как-то посчитать вместе, то, естественно, это все в финансовом выражении, в ценах, в рыночных ценах. За исключением, за вычетом тех товаров и услуг, которые находятся в процессе производства, то есть незавершенное производство. Вот это вот самый наш внутренний валовый продукт. Теперь о том, что имеет возможность статистика делать и играть. Чтобы вы понимали, 87,8 миллиардов лейчиков – это валовый продукт ВВП на 2012 год. При этом бюджет государства – это те деньги, которые государство собирает в свою казну и которые тратит на свои нужды. Это порядка 20 миллиардов. То есть, грубо говоря, чтобы было понятно, четвертая часть – от ВВП, но это не чистая арифметика, просто чтобы цифры были сравнимы, чтобы понимать. Так вот, из 20 миллиардов 50% это то, что мы собираем в бюджет от косвенных налогов, от НДС. Примерно 5% это примерно миллиард. Это то, что мы собираем с таможенных сборов и прочего, и прочего. Что сказал сегодня Лазер? Он сказал, что бюджет потеряет на таможенных сборах 10 миллионов долларов, что эквивалентно... Евро. За, в первый год. 10 миллионов евро, извините, ошибка. Лазер, извини. Валера, извини, не хотел. 10 миллионов евро. Это 18 миллионов, 180 миллионов лейчиков. Ребята, там миллиард собирается, миллиард. А вы говорите, что потеряете 180 миллионов. Цифры как-то не бьют. Миллиард. То есть уже ложь. Дальше. Лазер сказал, что они компенсируют эти потери за счет каких-то других сборов. Теперь начинаем искать, какие это сборы. И мы начинаем их потихонечку, по бюджетным строчкам, идем сверху вниз и находим, что, скажем, повышение стоимости любой справочки, которую вы получаете в регистрационной палате, увеличилось в 3 раза или в 2 раза. И вот так вот. То есть они фактически, эти деньги, которые мы потеряем за счет европейцев, они отберут у нас за счет тех услуг, которые мы будем захотим получить у государства. Значит, это такая вот непрофессиональная ложь. Лазер даже не знал, как выйти из этой ситуации. Ладно, Лянка не понимает, бог с ним. Лянка не понимает вообще, как структурируется финансовая составляющая государства. Не случайно ему задали сегодня, Лянка, вопрос. Это был вопрос на засыпку, чтобы понять. Расскажите, из чего складывается ВВП? И он отказался отвечать на этот вопрос, хотя, да, и можно этот вопрос отнести к не по теме, да, и так далее. Но, тем не менее, премьер-министр хотя бы элементарно должен знать. Ну, знаете, он еще одну вещь интересную сегодня произнес. Я слушал его, и опять-таки все это происходило с этими поднятыми волосами. Он говорит, что в результате внедрения механизма свободной торговли с Евросоюзом у нас уменьшится разрыв дефицита торгового баланса. Вот плохо, что никто из коммунистов не задал ему вопрос. Слушай, уважаемый премьер-министр, какой у нас дефицит торгового баланса? Вот я думаю, что он не очень хорошо въезжает, что мы продаем товаров на 2 миллиарда за рубеж, экспортная наша составляющая в долларах, потому что в долларах там все пересчитывается, а покупаем на 5. Ну, разница 3 миллиарда – это дефицит торгового баланса. И это говорит, приводит к той цифре, что при удорожании нашего внутреннего производства, при уменьшении конкурентоспособности нашего товара, эта составляющая вырастет примерно до 4, может быть, до 4,5 миллиардов. Он говорит совершенно обратное, не понимая, как работают экономические механизмы. Игорь, я думаю, вопрос вот именно создания зоны свободной торговли с ЕС – это вопрос. Вопрос очень тяжелый, я думаю, уже с последствиями. Извините, я вас перебью. Экономические эксперты, конечно, много это будут обсуждать. Вот смотрите, Лянка сегодня бил себя в грудь и радостным таким вот чудесным голосом говорил, что с 1 января мы продаем в Европу вина сколько захотим, у нас снимают все ограничения. То есть вино будет не квотироваться
для продажи в Евросоюзе. Но при этом мы не можем освоить даже помогите те квоты, мне, которые... Вот, Тео, поднимите, пожалуйста, ваш стаканчик рядом с моим. Друзья, вот это три стакана, которые мы были квотированы продать вино в Евросоюз в прошлом году. Как вы думаете, насколько мы продали? Мы продали только... Нет, два. Один остался непроданный. Квоту не выбрали. То есть мы выбрали всего 60% квоты. Зачем нам это еще увеличивать? Мы не в состоянии произвести вина нужного качества по нужной цене для европейского рынка по одной простой причине, что там перепроизводство этого товара по цене гораздо ниже, чем у нас. Все. И то, что Лянка сказал, вот эту глупость, которую он сегодня сказал с трибуны, я думал, что кто-то, ну ладно, свои промолчат, даже если знают. Но кто-то из коммунистов выйдет, скажет, там, даст ему хотя бы щелчок по лбу, слушай, дорогой, ну что ты весь народ так обманывает? Ты же не совсем глупый. Все-таки, Игорь, давайте сейчас вернемся с Теодором к суверенитету, к вопросу о суверенитете, потому что я хочу просто логически завершить немножечко вот этот блок. Вы сказали, что никакой угрозы суверенитету нет. Но тем не менее, согласно пунктам соглашения, становится понятно, что часть права принимать самостоятельные решения отходит в наднациональные структуры ЕС. Не все, Молдова. Ну, у меня сейчас нет текста соглашения. Хорошо. Но я вам сейчас говорю о том, что уже проанализировано юристами, в том числе политологами, которые хорошо знают английский. К сожалению, нет у меня этого текста. Я не могу ссылаться на конкретный анализ конкретных юристов. И тем не менее, я этот вопрос изучала. И речь идет о том, что... Та же бюджетно-фискальная политика, я уже не говорю о каких-то политических решениях. Все эти решения будут приниматься в Брюсселе. Молдова в лице правительства Лянка обязуется исполнять эти решения. Та же глава МИД Наталья Герман совершенно ясно заявила, что соглашение об ассоциации предполагает санкции в отношении Молдовы за неисполнение условий этого соглашения. Что это, Теодор, если не потеря, пусть частичная, но суверенитета? Или, может быть, здесь нужно разграничить понятие суверенитета? Есть суверенитет экономический, есть суверенитет государственный. А здесь речь идет о потере существенной доли суверенитета и политического, и гражданского, и экономического. Вот скажите, если будут приниматься решения в Брюсселе, и Брюссель будет давать директивы нашему правительству. Но вы считаете это нормальной ситуацией? Давайте уже будем возвращаться к государству и государству Республики Молдова, чтобы она стала членом и ООН, она стала членом и Совета Европы. И сейчас я думаю, что придет время, и она станет членом Евросоюза. Если вы станете уже членом какой-то организации, вы какие-то уже... берете на себя обязательства, да? Вы берете на себя обязательства, и нужно исполнять эти обязательства. Это связано с ООН. Если мы уже стали членом ООН, мы должны, в принципе, на территории Республики Молдова соблюдать статус ООН. Если мы стали членом Совета Европы, мы, в принципе, выполняем условия статуса Совета Европы. Если мы стали членами ООН, то мы имеем право голоса там. Подождите, да. не спешите. Мы не члены ЕС, Теодор. В этом есть принципиальная разница. Дайте мне довести. После этого, пожалуйста. Хорошо. Без проблем. Хорошо. Я вас слушаю. Конечно. В том, что если это было... У нас демократия, в отличие от Молдовы. Если вы уже стали уже членом какой-то организации, это предусматривает какие-то обязательства. Дальше. Мы заключали некоторые договора в качестве членов СНГ, да, и в принципе брали на себя некоторые обязательства. Дальше мы подписывали, мы сейчас парафировали только договор об ассоциации с Евросоюзом. И это юридический договор, и мало там политические. Если там юридические, и ты подписываешь какие-то договора, то на основании любого договора субъектов этого договора имеют права и обязанности. В принципе, этот договор состоит из трех. Первое, это свободная отмена визового режима для граждан Республики Молдова. Второе составляющее, это связанное с коммерцией
коммерцию aprofundat scopulizator, и третье уже связано, с некоторым кооперарием, взаимоотношения, политические, права граждан, дальше связано с судебными или права на дрептула авиакчесла и станция дежудикаты, шаша мы департы. В принципе, любые из этих составляющих, вот задаю себе вопрос, кто выиграет? Правительство, государство, чиновники или граждан? Я как правозащитник, по сравнению с Игорем, я 20 лет этим занимаюсь. Я был еще директором комитета по правам человека. И не знаю, сколько вы дел выиграли в Европейском Союзе, но я выиграл там 4. Так что мне это хорошо понятно, что такое защищать права человека по сравнению с другими. Дело в том, что этот договор, это, в принципе, способствует, чтобы мы давили на наших руководители, независимо от того, будет правящая сейчас коалиция или придет оппозиция, чтобы они соблюдали некоторые права граждан, связанные с доступом к правосудию. Дальше, чтобы они были функциональны и они действовали в отношении только граждан Республики Молдова, чтобы нам гарантировали свободное передвижение по государствам, членам Евросоюза, и то, что вы сейчас начали с этого торговли, мне это далековато, потому что я торговлей не занимаюсь. Дело в том, что этот договор, который связан с свободной торговлей, нужно здесь, чтобы были специалисты вот в этой области, а не правозащитники. Дело в том, что здесь именно могут нарушать права тем предприятиям, которые производят в Республике Молдова, и они имеют право экспортировать в страны Евросоюза. И возвращаясь уже к этим котам, которые вы нам рассказывали, я думаю, что эти коты в будущем они будут намного больше, чем мы сейчас, только 60%. Ну, насчет экспорта... Теодор, вы знаете, я с вами согласен. Очень интересную вещь вы сказали, что, оказывается, благодаря этому договору с Евросоюзом у нас будет возможность защищать права граждан Республики Молдова в европейских и международных инстанциях. Но у меня тогда другой вопрос к вам. Вы, как правозащитник, который занимаетесь этим 20 лет, скажите, а разве у нас нет других основополагающих международных договоров и конвенций, подписанных Республикой Молдова, которые защищают права... Я отвечаю. Дело в том, что мы членами стран СНГ. И там есть подписаны разные международные обоюдные договоры в области юриспруденции, криминологии, гражданства, защиты прав человека. Скажите, пожалуйста. Какой-то орган на уровне стран СНГ был создан, чтобы защищали наши права? Ни одного. Ни одного. С Хельсинским комитетом какие наши отношения? Подождите, не спешите. Дальше. Мы стали членом Совета Европы. С Европейским судом по правам человека. Дайте мне, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, в том, что мы стали членом Совета Европы. Отсюда выиграли только граждане. Знаете почему? Потому что мы ратифицировали. Вот чиновники не хотели ратифицировать. Чиновники, им хорошо, так как он у нас есть сейчас. Они не хотят чиновники в Евросоюзе ни в коем случае. Потому что олигархи, те, которые занимаются уголовными делами, им хорошо сейчас. А вот когда мы стали членами Совета Европы, мы ратифицировали конвенцию. На основании этой конвенции мы имели право обращаться в Европейский суд по правам человека. Скажите, конвенцию по правам человека когда мы ратифицировали? В 97 году. То есть у нас этот инструмент уже находится как легальный инструмент в Республике Молдова, которым мы пользуемся. Но это 97... мало. Игорь, это мало. Знаете почему? Мало. Знаете почему? Потому что... Да нам вот так вот этого хватает. Игорь, не спешите. Это второстепенный, это как адвокат говорю, это второстепенный. Мне нужно, чтобы эти органы работали в Республике Молдова, чтобы работали хорошо суды, нам нужно, чтобы какой-то орган, именно Евросоюз, давал нам их стандарты, что мы их внедряли в Республике Молдова. Игорь, я думаю, что и вы, и я выиграем, потому что вы хорошо знаете, что мы выиграем, но у вас есть политический заказ, до сих пор его защищаете. Учитывая, что я никак, господин Карнац, стоял, я не специалист, я просто там отхожу, кричу там о чем-то. Смотрите, как Теодору нравится. Чувствуете, самокритика, как, да, когда она высказывает. Но я хочу рассказать, что, к сожалению, ни Лянг
ни другие представители нашего правительства, ни, к сожалению, очень известные и популярные и значимые юристы в Республике Молдова не прочитали этот договор и не понимают, как устроен юридический механизм. Я хочу отметить именно юридический механизм. В договоре каждая глава заканчивается тем, что Республика Молдова в обязательном порядке принимает в качестве национального законодательства европейские директивы. И дается ссылочка. Игорь, ну это плохие директивы или хорошие? Друзья, ну дайте досказать. Ну елки-палки, ну что, как на базаре, как будто мы теленка продаем. Мы о простых вещах это говорим. Это лучше, чем теленка. Мы о простых вещах говорим, ребята. Мы страну продаем, а вы про теленка. А, мы страну продаем. Так вот, как они купили за бесценок страну, за дежаба. Как они ее купили? Они заложили в приложение к договору все эти директивы, которые мы должны в обязательном порядке выполнить. Так вот, уважаемый Тео, так сложилось, что я вот имею отношение к стандартам, к директивам европейским, и понимаю, как все это безобразие устроено. Друзья, в течение года, если мы принимаем эти директивы в качестве национальных, все наши остатки нашего производства, как сельхозпроизводства, так и промышленного производства. У нас есть производство. А также сельхоз есть немножко. А также услуги. У нас есть услуги. Ну, давайте будем реалистами. Все-таки 87,8 миллиарда лейчиков ВВП это все-таки вот то, что мы называем производством. Друзья, ну не будем фантазировать. Ну, что есть, Так вот. Мы обязаны принять эти директивы, но выполнить мы их не сможем и за 20 лет. То есть подвести наше производство, сельское хозяйство, сферу услуг, в том числе и сферу образования, где вы работали и работаете. То есть это все услуги. И мы не сможем их сертифицировать по европейским директивам и стандартам. Это означает только одно, что все это мы будем покупать у них. И мы должны, для того, чтобы покрыть дефицит бюджета, который будет образовываться на тот момент. Сейчас, если мы идем от дефицита торгового баланса в 3 миллиарда долларов, то он у нас достигнет 4-4,5 миллиарда. Нам придется еще примерно 200-250 тысяч молдаван отправить на работу в Россию или в Европу. Но так как в Европе, друзья, кризис, и там с работой сейчас очень плохо. Даже итальянцы покидают Италию, уезжают, ищут где-то работу в других местах. Так как мы сейчас ссоримся с Россией, а у нас там 700 тысяч человек на работе, то они не примут новых, то этот договор является преступлением против суверенитета, как экономического, так и политического. И это я вам я специально для вас, Тео, сделаю серию передач с цифрами, каждую главу, по мелким макаронам, четко все распишу. Механизм формирования нормативных актов в Европе несколько отличается от нас. В области любого товара и услуги есть высшие законы, это европейские директивы. Дальше есть стандарты, но стандарты носят добровольный характер. И вот вся прелесть ситуации в том, что если ты задекларировал, что ты сделал товар или услугу согласно какому-то стандарту, и ты нарушил это, то ты нарушил закон. Если ты не задекларировал, значит ты не нарушил. Но ты должен вписаться в директивы. А директивы, они построены, философия вот этих нормативных актов, она следующая. Друзья, в колбасу можно не класть мясо. Вы можете туда положить все, что угодно, если не доказан вред этих веществ, которые вы туда добавляете. Если не доказан вред. Если доказан вред, они внесены в списки кодекс алиментариус, вещества, которые нельзя добавлять. Вот Боже. Это простой пример. На самом деле, просто чтобы вы понимали, самое время мы не готовы к тому, чтобы вот так тупо в лоб взять и принять в качестве национальных все европейские директивы, которые прописаны черным по белому в этом договоре. Я его читал очень внимательно с карандашом в руке. Так вот, я когда его прочитал, я в конце просто выругался ненормативно, сказал стране кирдык и подумал, куда же я отсюда уеду. Вы сказали в Брюсселе. Нет, в Брюссель я еду, там есть... Раскрываем скобки, Игорь Кандарий собрался на ПМЖ в Брюссель. Да. Не так все плохо у правозащитников Молдовы. Ну вот видите, говорит, что это стандарт, это директива. Но можно, в принципе, чтобы я сейчас в качестве реплики. Да, да, да. Дело в том, что те директивы, которые приняли и принимаются органом Евросоюза, они обязательны только для стран Евросоюза, чтобы вы знали этого. Обязательно, чтобы не внедряли. Второе,
если наше законодательство противоречит директивам Евросоюза, то наше законодательство меняется, меняется под директивам Евросоюза. Мы, чтобы директивы имели прямое юридическую силу на территории Республики Молдова, никогда, никогда. Поэтому, дальше, уважаемые юристы, Игорь, я только дополню, уважаемые юристы, Игорь, подождите, просто это понять. Этот договор предусматривает, что европейскую директиву мы принимаем в качестве органического закона Республики Молдова, который носит название технического регламента, один в один. Вот вся суть. Игорь, не спеши. Вы согласны с этим? Не спеши. И этот органический закон вы уже не можете нарушать, потому что это наш молдавский закон. Вот в том, что вы правы насчет этого, что мы должны принимать законы. Закон принимается в разных областях, потому что сам договор составляется из 7 разделов. Yeah. Там 984 страниц. Но самое главное, что почти что 700 страниц защищает права человека. Чтобы вы знали этого. Дальше. Ну, то есть сейчас молдаване должны быть просто счастливы от того, что пошел отсчет с 28-го. Простой гражданин, он выигрывает отсюда, потому что на основании этих директив на верхнюю ступень, там становится человек. А в Республике Молдова, наоборот, государственные органы. Дело в том, что на основании европейских директив, это в разных областях, начиная с права на жизнь, заканчивая уже право на культуру, в принципе, в директивах черно по белому написано. Дальше. Если бы граждане не выигрывали отсюда, я бы критиковал лучше, чем вы. Дальше. Дело в том, хорошо, что первый раздел это связано с кооперацией или взаимоотношениями между органом Евросоюза и органом Республики Молдова с политической точки зрения. Это взаимоотношения парламента, правительства и так далее. Меня интересует, знаете что? Что в этом разделе включает раздел о отмене визового режима. Я, как представитель защиты прав человека, я не сторонник того, чтобы люди платили по 3 тысячи, как платили в режиме коммунистической партии и уезжали из Республики Молдова за визу. 3 тысячи, 4 тысячи, вы не даете мне, чтобы я обманывал. Теодор, вы сейчас, если я вас правильно поняла, платили за визу. Две секундочки. Если я вас правильно поняла, вы сейчас говорите нам о том, что парафированное соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и ЕС предполагает либерализацию визового режима. Да. Это потому что это часть... Теодор, сейчас вся фракция партии коммунистов готова с вами поспорить, потому что либерализация визового режима – это не документ, это политическое решение, которое должны консолидированно принимать. Европарламент, Подождите, вы мне так задали после этого. Хорошо, давайте, Игорь, дадим высказаться, это действительно. Между этим договором и либерализацией визового режима. Это часть... Там внутри этого нет. Нет, это часть... Это не... При том, что... В документе этого нет. Не написано в документе. Это устное соглашение, мол, ты знаешь, давай, Игорь, не спешите. Дело в том, что там написано в разделе свободы, это либерте цели, и в принципе... Свобода передвижения, товаров... И на основании свободного передвижения, в принципе... Вы сейчас интерпретируете очень вольно, и без обид. Он очень общий, он не описывает конкретно. Игорь, дайте, чтобы я высказал. Давайте мы выслушаем до конца Теодора, возможно, мы поймем. И после этого будете уже сказать. Там написано раздел насчет свободной передвижения. На основании этого раздела подписывается, в принципе, отмена визового режима для граждан Республики Молдова в Евросоюзе. И то, что нам обещали, в принципе, сам Барросо, в принципе, это нужно выполнять или внедрять в практику. Для того, чтобы нам отменяли, в принципе, должны сами парламент, во-первых, во-вторых, чтобы все... стран, члены Евросоюза, чтобы ратифицировали этого, и после этого включили в силу. Вот то есть вы считаете, что сначала все 28 стран Евросоюза должны дать свое согласие на то, чтобы они пустили нас без визовой в Европу? Это не Теодор считает, это правило. Это правило. А, так это правило? Конечно. Так чудесно, значит, ваше мнение полностью соответствует с европейским правилам. И мы тогда сможем ездить на работу в Европу? Нет, мы сможем туда только ездить, путешествовать. Сколько
сколько стоит съездить, пропутешествовать, скажем, в Берлин? Игорь, вам для этого нужно иметь те лица, которые уезжали за рубежом, они путешествовали, они брали визу для того, чтобы туристом там стать. Теодор, те, у кого есть деньги путешествовать, они путешествовали, путешествовать, да, и будут путешествовать. И там 3 месяца. Я думаю, что наши граждане Республики Молдова это, от этого выигрывают. И те, что нас сейчас пугают, что наши гастарбайтеры с России приедут домой, я обижаю. Я, в принципе, очень зол насчет этого. Потому что наши граждане поднимали и те стройки в Сочи, и в Санкт-Петербурге, и никаких проблем не делали России. Никаких проблем. Вот поэтому, с этой точки зрения, они должны благодарны. Давайте вернемся к важному моменту, о котором вы говорите. Вы говорите, что это соглашение, которое носит экономический кабальный характер для Молдовы, которое разрушит экономику. Это только часть понизит жизненный уровень. Вы так считаете? У нас есть жизненный уровень, Игорь. Подождите. Значит, у нас нет никакого будет вообще ноль. Значит так, Теодор, я согласен, давайте я вам выскажу одну вещь, очень важную для вас. 85% нищих. Неправда, это ложь. Хорошо. Больше. Хорошо. Потому что из 3 миллионов человек только 20 тысяч имеют финансовые возможности ездить в Европу и путешествовать там. И те, которые были у власти, друзья, позвольте мне. Снегур компания, Лучинская компания, Воронин компания, и сейчас Плохотнюк и Филат компания. Да. Я говорю, и те, которые были у власти. Брейк. А мы не... Можно я одну вещь скажу, которую я начал? Подождите. Договорились. Я требую права на реплику, несмотря на то, что я здесь в качестве модератора. Выдохнули. Так, я хотела немножечко уточнить вот какой момент. Когда наш министр иностранных дел говорит о возможной либерализации визового режима для Молдовы уже весной следующего года, речь идет о послаблении, то есть без права на трудоустройство в странах ЕС, без права проживания, ставится срок, по-моему, 90 дней, если я не ошибаюсь. Да, поправьте меня. 90 дней. 90 дней. Так, 90 дней. Это так называемая либерализация визового режима. Да. Об отмене виз для Молдовы сейчас речи нет, и нет, никто не поднимает. Да. В Евросоюзе тем более этот вопрос, он как размерная монета, их не пускают в Шенген, а вы считаете, нищую Молдову пустят в Шенген, ей дадут без... Я думаю, что да. Моя реплика еще не закончилась. Да. Так, хорошо. И давайте все-таки подведем итог этой теме. Вы искренне считаете, что в ЕС Молдову ждут? Я думаю, вот в том виде, с тем потенциалом, который у нас есть. А почему не ждут? Потому что у нас почти 500 тысяч граждан, они уже в Европе. Мы уже в Европе находимся. И чем занимаются наши граждане если, в Европе? Подождите, Теодор. Если с самого начала они были такие, работали на черные это работы. Да? Угу. Вот сейчас, в 2013 году, есть люди, которые открыли свои фирмы, есть свой бизнес, даже есть некоторые уже директоры банков. Я думаю, что все зависит от человека, потому что Евросоюз гарантирует право, чтобы ты считался человеком. Гарантирует это право. Вы сейчас говорите о том, что с открытием границ я думаю, что в Молдове никого не останется Дело в том, что с открытием границ, в принципе, нам скажут, что вы уже не являетесь вторым сортом граждан Европы. Дело в том, что вы доказывали, что имеете, можете соблюдать законы Евросоюза, вы имеете, можете, в принципе, соблюдать наши правила. Вот поэтому для вас открываем или не отменяем. Либерализуем визовый режим. Вот даем послабление. Вот абсолютно согласен с тем, что сказал Тео. Абсолютно. Замечательно. Вот, значит, если они, коротко. Значит, коротко. Европейцы нам говорят, слушайте, молдаване, те, у кого есть деньги, мы вам откроем границу, приезжайте к нам, тратьте ваши деньги здесь, у нас. И мы вас не будем считать людьми второго сорта, потому что на границе не спросим у вас визу. А те, которые хотят приехать сюда, здесь поработать и отнять наши рабочие места,
дудки вам. Хорошо. Сидите переходим к следующему. Ну, чтобы реплику. Дело в том, у тех, подождите, у тех, у кого есть деньги, им плевать на либерализацию визового режима. А о чем говорил Игорь? Нет, до сих пор у них были паспорта эти дипломатические, служебные. Иностранные, двойное гражданство. С 90-х годов они туда-сюда приезжали. Но это либерализация визового режима, это только для простых граждан. У кого есть деньги, они давно уже были в Европе. Простой человек, где он возьмет эти 1500-2000 евро, чтобы съездить в Берлин и отдохнуть? А где это? Вы сказали, что нужно 1500 евро. Там нужно 90... Вы были в Берлине? Я был везде в Европе. Вот, пожалуйста. Потому что я гражданин в Румынии. Вот поэтому на основании этого я везде, в 60 странах я был, даже в Корее. Вот сейчас так, вы, вот вас как все. Гражданина Румынии... Нет, я гражданин Республики Молдова, во-первых. Ну, потому, да, гражданство, это разные вещи. Да. Вот потому что благодаря Воронину, который ратифицировал Европейскую конвенцию насчет гражданства... Вы, батенька, да коммунист! Если Воронин делал хорошие вещи, дело в том, что мы земляки еще. А-а-а. Вот поэтому, когда он ратифицировал Европейскую конвенцию насчет гражданства, давали возможности, возможностям гражданам Республики Молдова на двойное гражданство. Да. Это хорошее, то, что делал Воронин при его правительстве. То, что его было хорошее, нужно сказать публично и признать это. Замечательно. Хорошо, переходим. Ух, какой у нас тон, такая да, вот температура кипения в студии. Переходим к решению Конституционного суда, которое сделало очень много шума. И высказывается мнение о том, что, ну, скажем так, принципиальная фишка, если можно применить этот термин, а в данном случае, принципиальная фишка этого решения в чем? В том, что впервые декларация о независимости была поставлена выше основного закона. К вам, Теодор, как к юристу, как к специалисту в области конституционного права, что теперь любое последующее решение Конституционный суд будет, скажем так, аргументировать положениями декларации о независимости? Органическим законом? Давайте я сейчас приведу пример Франции. И после этого я вам отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что во Франции есть такой так называемый термин «блок конституционности». И здесь включается, во-первых, французская декларация прав человека и гражданина 1789 года. И там, где написано в 16 статье, что государство, если не имеет в Конституции написано сепарация путей Ломонстата, это разделение властей, и не имеет раздел, связанный с защитой прав человека или связанный с правами человека, оно не имеет Конституции. Дело в том, что несмотря на то, что были приняты почти что 10 Конституций Франции, некоторые не были включены в вот этот раздел правами человека или раздел разделения властей. И они не считались Конституцией, потому что они были против французской декларации. Декларация была принята однажды, и ее не изменяли до сих пор. Дальше в блоке этой конституционности включено еще преамбула Конституции 1949 года. И еще в этом блоке еще экологические права французских граждан. И Республика Молдова, Конституционный суд, имея этот прецедент, и имея вот де-факто в школах, в разных институциях, там изучают румынский язык. И в принципе, имея на руки вот эту декларацию о независимой Республике Молдова, и они пришли к выводу, чтобы Конституция Республики Молдова должна соблюдать в точности то, что было написано в декларации о независимости, потому что... Извините, подождите, не спешите. Это было принято на основании закона, чтобы вы знали этого. Это органический закон. И дело в том дальше, что вот на основании этой декларации была создана Республика Молдова как государство независимое. И на основании этой декларации мы написали, что мы создаем государство, где нужно там соблюдать некоторые ценности, связанные с защитой правом человека. Про язык там не сказано. Написано. Прочитайте, чтобы знали. Мы там читаем написано. Какие-то разные декларации. У вас есть на руке декларация? На руках сейчас нет. И там найдете, что там написано декларария Лимбе Румыния Калимбе Диста. Там написано в этой декларации. Дело в том, что Конституционный суд пришел к выводу, что в 1994 году, когда была принята Конституция, они должны в точности
внести в высший закон в Конституции то, что написано, эти принципы в Декларации о независимости. А с чего вдруг, Теодор? С чего вдруг? И сейчас. С чего вдруг Декларация о независимости вдруг становится частью Конституции? Это было написано, извините. Декларация о независимости как одна из частей Конституции. Это что? Нет, дело в том, что оно не часть сейчас Конституции. На основании этого решения говорит, что оно входит в блок конституционности. С чего вдруг? Это Конституционный суд, имея на руке преамбулу Конституции, где там написано черным по белому. Ну, там не написано, что связано с в преамбуле, не написано, что вот Декларация о независимости часть этой Конституции. Это там вы не найдете. Но дело в том, что имея на руке преамбулу Конституции, которая взаимосвязывает Конституцию с Декларацией о независимости, они пришли к выводу, что в Республике Молдова те статьи Конституции, которые противоречат статьями о Декларации о независимости, они не имеют силу, имеют силу статьи, которые написаны в Декларации о независимости. Это, то есть ординарный закон может быть выше органического? Это неординарный закон. Не, ну, это... я как пример. Нет, Декларация о независимости — это органический закон. А Конституция — это высший закон. Вот логики нет. Вот нет... Давайте придем к примеру. Вы пришли к выводу, что вы создаете свое государство. На основании чего вы создаете? Давайте так. Декларация о независимости — это был акт, который был принят очень, скажем так, подковерно. Потому что было проголосовано на площади неизвестно. Нет, что. Вы не правы. Было проголосовано в парламент республики. Теодор, потом парламент подписал все это. Согласитесь, что Декларация независимости принималась в тех конкретных политических условиях. Давайте. До тех пор у нас была Декларация о независимости или нет? Подождите, Теодор. Нет, Игорь, подождите. Не было. Скажите, на основании этих деклараций мы создали свою республику. Скажите, нет, так, скажите, пожалуйста. А так, может, так оно... Ну, а подождите, но потом же появился основной закон. Республика на основании Конституции. Вы как конституционный ряд понимаете, что основной закон — это Конституция. Все остальное — это бантики, которые до 94 года у нас какая Конституция была, Игорь? Какая Конституция была? Теодор, скажите мне, ответьте, пожалуйста, на один очень больной вопрос. Вот скажите, вот сейчас создан прецедент. Конституционный суд создан такой прецедент. Придет следующая власть, и представьте себе, что одна партия имеет в парламенте 2/3 всех депутатских мест. И они берут, принимают новую конституцию, обнуляют эту декларацию о независимости. Подождите, послушайте меня внимательно. Они найдут миллион таких же вот ходов, юридических ходов, и четко обнулят вот это решение Конституционного суда и примут новую конституцию. И что вы тогда будете говорить? Игорь, вы же тогда... Задай мне вопрос. Да. Хочу, можно ответить? Они создали прецедент. Вы мне дали вопрос. Я хочу ответить. Кто-то отменял декларации День Индепенденции о Соединенных Штатах Америки или нет? А почему ты подождите, отвечайте. Нельзя. Отменяли? А вы не сравниваете. Подождите. Нельзя сравнивать. Вы не сравниваете. Не спешите. Почему Декларация о независимости и Республики Молдова имеет тоже юридическое... Хорошо, я вам на другой вопрос. Была принята Конституция, и Декларация о независимости в Штатах не превалирует над основным законом. Не, вы не правы. Потому что... Если бы превалировала, Теодор, там черт знает что бы творилось в этой стране. Декларация о независимости Соединенных Штатов Америки написано «Право на счастье». На основании только этой декларации можно сказать, что граждане Соединенных Штатов имеют право на счастье. Теодор, дальше. Там рабство предполагалось. На основании этой декларации предполагалось написано, на основании этой декларации написано, что люди, если не согласны с правительством, они имеют право при помощи оружия ликвидировать это правительство. Тоже в декларации написано. А сейчас возвращаюсь к вашим вопросам. Не спешите. Вот ваш вопрос. К вопросу. Дело в том, что вы не понимаете, как создается государство. Государство создается, во-первых, на основании одного документа, декларации о независимости. Дальше, любые конституции, вы сами сказали, могут принимать и отменять, но никто не может уже отменять декларацию независимости. Дальше, любые правительства, которые придут, они должны соблюдать в точности декларацию о независимой Республике Молдова. Третье, чтобы вы знали, в будущем у нас будут большие проблемы. Знаете почему?
Потому что в декларации независимо написано, что в 40-м году была оккупирована республика. Вот поэтому мы и говорим, что был создан прецедент. Дальше еще будет, в принципе, восстановлен декрет ГИМПу о том, что 28 июня 40-го года это была оккупация. Игорь, давайте. Смотрите, Теодор, буквально после появления вот такого скандального решения Конституционного суда вчера депутаты румынского сената с общественной организацией Акциуня 2012 и так далее с политологами и экономистами делили Молдову на части. Извините. И выработали 6 шагов присоединения Молдовы. Подождите. Я не задала вопрос. Вы хотите мне сказать, что решение Конституционного суда это не политическое решение? Это и это не звенья одной цепи? Нет, это юридические и политические решения. Я всегда говорю, потому что любое решение Конституционного суда это, во-первых, юридическое и политическое. Потому что сам Конституционный суд создается по принципам политических. Они по принципу профессиональны. А вы не считаете, что за народом последнее слово, на каком языке он разговаривает, на молдавском или румынском? Потому что все-таки язык это еще и такая социально суверенная составляющая. Я его спорон требарек, у мальчика был без меня. Это два случая. Румынешь, а молдовенеш? Молдовенеш. Да, ты как мы вас указала, вас там Михаил Менес, почему мы вас такое румыны само довеляска? Румыны. О! Да, дома молодые. Нет, это другой язык. Момент. Нет. В принципе, давайте перейдем на русский. Теодор, я меньше всего хочу, чтобы в этой студии мы сегодня из-за языка ссорились. Нет, не ссорились. Нет, наоборот. Да, и я хочу сказать только о том, что определенная часть общества, она говорит, да, мы разговариваем на румынском языке. И сегодня Конституционный суд удовлетворил вот эту часть общества. Но есть подавляющее большинство людей, которые говорят, нет, мой суд молдова. Я понял, ваше мнение. Дело в том, что в 93-м году, если вы знали историю, был проект Конституции, где было написано румынский язык, проект Конституции. Пришли к власти аграрии в 94 году. Угу. В течение 2 месяцев они отменяли то, что было написано до них, и говорили, что нет, с политической точки зрения у нас молдавский язык, с политической. Дело в том, что у них были на руки и отзыв Академии наук Республики Молдова, и был отзыв с Санкт-Петербурга, что вот мол, мы разговариваем на румынском языке. Дело в том, что политики, не спрашивая мнение народа, они сами голосовали в 94 году, что у нас молдавский. Вас спрашивали мнение тогда или не спрашивали? Знаете, подождите. По истории я знаю, что государство Молдова образовалось раньше, чем государство Румыния. И молдавский язык появился раньше, чем румынский. Давайте я вам как самодеятельный юрист объясню этот вопрос с позиции с политической точки зрения. А можно с патриотической? С патриотической юридическое объяснение. Уважаемые друзья, не ссорьтесь. Тут ведь проблема идеологическая. На самом деле есть международный документ. Это ISO, международный стандарт ISO 639, который состоит из 6 частей. В этом стандарте ISO 639 есть румынский язык со своими кодами и молдавский язык. И они имеют равны среди равных. И никаких вариантов других нету. Что нужно Румынии? Им нужно шаг за шагом изменить наш менталитет, наше отношение. Сначала отменить молдавский язык, потом отменить молдавскую нацию, потом еще какие-то... Это манипуляция. Я верю в государство Республики Молдова. Вы за присоединение Молдовы? Нет, я верю. Вы против присоединения? Я в том, что Игорь, я верю. Вы говорите по-молдавски или по-румынски? По-румынски. Потому что вы против присоединения Молдовы? Я верю в государство, как Германия и Австрия. У нас такой же будет. Нет, у нас Игорь, пройдет время, и вы уже придете к такому же выводу, что нужно сказать людям правду в глаза. А ИСО, подождите, ИСО 639, знаете, как оно создается? Республика Молдова, как
государствам, членам ООН и Совет. Правда. Правда. Говорю, что мы говорим. Нет, так. Говорим о нет, так. Я все-таки был директором госстандарта Молдовы. Не так. Не так. Не так, друзья. Все это не так. А вы юрист, но метрологией занимался. Международные законы. И стандарт о языке включает и румынский, и молдавский. Угу. Ситуации Австрия, Германия у нас по определению быть не может. Потому что здесь есть соревнование первенства, кто был раньше. Молдаване были раньше или румыны были раньше как нация, как самоосознание себя в качестве нации. Игорь, это манипуляция. Это давайте манипуляция. Будем разговаривать о 91-м году. Вы знаете, я услышал такую вещь, что Штефан Чалмари был румыном. Он вообще такого слова не знал в 15-м веке. Игорь, вы сейчас говорите, значит, что такие слова, которые... Я люблю румын. Пустота. Вы не можете себе представить, подождите. Как мне нравится, Игорь, румынская поэзия. Пустота. Но при этом я не могу читать молдавских поэтов, которые писали по-молдавски, читать их по-румынски. Потому что... Нет, это... Давайте манипуляция. Друзья, нас поджимают время. Вы не время, против того, Игорь, что был и молдавский, и румынский язык? Пусть каждый сам каждый себя в решит. Каждый в своей стране. Значит, вот Теодор хочет, он себя определяет. Вы мне задали вопрос. Да. Кто, пусть граждане решат, на каком языке они разговаривают. Да? Нет, я спросила, имеют ли последнее слово за народ. У меня такой вопрос. Вы по профессии экономист или... Друзья, у нас две минуты. Нет, подождите, по профессии. Кто вы? Винодел. Винодел. О, есть такая наука винодельчества. Подождите, есть такая наука? Нет такой науки. Как? Друзья. Ну есть. Друзья, виноделие это не наука, а это кухня. Это ближе к искусству, это ближе к ощущениям. Подождите, те, которые защищают свои докторские, они говорят, что мы развиваем науку винодельчества в Республике Молдова, чтобы на основании науки, чтобы мы делали более... понял, что это не наука, более, а искусство. Более хорошего качества вина. Да, в том, что язык... Это области лингвистические. Это не области граждан Республики Молдова. Они должны сказать нам, на каком языке и диалекте мы разговариваем. Я лично считаю, мы разговариваем на диалекте молдавский, но с научной точки зрения это румынский язык. Подождите, Теодор, вы только что сказали, что население не должно вмешиваться в эти вопросы. Нет. И вообще не должно, ему вот скажут, на каком языке оно разговаривает, вот оно и заговорит. Так получается? Вы говорите, что эти вопросы лингвистики не в компетенции... Не в компетенции народа. Так, компетенции науки. Хорошо. Подождите, уголовное наказание, которое предложила Анна Гуцу, известная либерал-реформаторша, ввести для тех, кто не исполняет решение Конституционного суда. То есть не признает, что он говорит на румынском языке. Отвечу. Анна Гуцу, она это политик. Что? Подождите. Она политик. Есть, да? Она, как и Вадим Воронин, господин Мунтяну, высказывает такие, и господин Мушук, которые... Вы согласны нет, с этой подождите, инициативой? Которые нет никаких юридических последствий. Дело в том, чтобы то, что она говорила Анна Гуцу, чтобы внедряли практику, это невозможно. Вы знаете почему? Потому что это нет компонента уголовности. Анна Гуцу с политической точки зрения говорит, а с юридической точки зрения она не права. А вы знаете, фашизм, когда зарождался, там тоже не было компонента. Нет, okay. Не хорошо, хорошо. Теодор, Игорь, последний я вопрос. Молчу. Под занавес мы уже наш лимит немножечко перебрали. Жаль, не вина, да? Хотелось бы вот такую горячую дискуссию. Заговорили о виноделии, о кухне. А, так захотелось, да. Ну, спрашивает вот Светлана Погорила. Не могу все вопросы прочесть. Но такой вопрос, Теодор. Почему люди в ЕС, народ ЕС, так много протестует сейчас в самой Европе? Это первый вопрос. И как вы относитесь к распространению гомосексуализма, которым сейчас пропитана вся так называемая просвещенная, демократичная, современная Европа? Я понял. Очень коротко, вот насчет, Теодор, насчет и протеста Игорь, в Евросоюзе. Тоже. Вы знаете, что люди 4 года назад в Евросоюзе хорошо жили. Были хорошие зарплаты, потеряли работу. Я рад, что они протестуют. Потому что им, они есть за что протестовать, есть
свои рычаги юридические, и они могут добивать свое. Мне жалко, что люди в Республике Молдова не протестуют демократично. Жалко. Они ждут, чтобы за него кто-то делал. Следующее, насчет гомосексуализма. Или очень распространено в Европе. Лично я не считаю, что оно распространено в Европе. Поверьте мне, вы же были во многих странах. Вам повезло. Вы видите то, что вы хотите видеть. Знаете, что такое? И всегда вот видите то, что хотите. Дело в том, что я не видел, что там было распространено. Дело в том, что в Республике Молдова сам феномен гомосексуализм это искусственно созданный. Лично я считаю, что в Республике Молдова не нарушалось, не нарушается и не будет нарушаться права тем, которые считают себя миноритарией сексуала. Вот поэтому считают, что это искусство. Игорь, последний аккорд за вами, и мы завершаем, потому что меня сейчас режиссер убьет. Я ответил на те же вопросы. Почему бы нет? Почему люди в Европе выходят на протесты и чем они недовольны? Зарплатами. Не совсем так. Игорь, дело в том, коротко. Что много людей в Европе наконец-то поняли, что решения принимают не они, а решения принимают за них. И они не хотят, как овцы, чтобы их вели в стойло. И здесь один из элементов – это, конечно, ухудшение финансовой составляющей и уровня жизни. Теперь то, что касается нетрадиционных сексуальных ориентаций, не только одной, их там много, это целый букет, я отношусь к ним хорошо. Дай Бог им всем здоровья. Спокойно. Спокойно, без эмоций. Так и нужно. Другое дело, я лично к ним не отношусь, но пусть они будут. Единственная просьба. Игорь на всякий случай конкретизировал. Единственная большая просьба. Да. Уважаемые друзья гомосексуалисты, помогите нам отменить этот закон о вашей защите, и мы вас будем защищать. Потому что этот закон разрушает нашу психику тем, что он позволяет недобросовестным гомосексуалистам, не вам хорошим, правильным, а недобросовестным, злым гомосексуалистам проводить пропаганду в школах, дошкольных заведениях и пропагандировать вот это. Игорь, вы сейчас делаете пропаганду гомосексуалистам. Да. Тем меньше вы будете сказать этого, это будет лучше. Да, я хорошо отношусь к гомосексуалистам, которые в хорошем смысле гомосексуалисты. И очень плохо отношусь к педагогам, которые в плохом смысле, и которые в правительстве сидят и все это делают. Я понял. Вы вот, поднимаете знаете, искусственно, есть... давайте уже их, этот закон ними. Забыли. Хорошо. Нет, не забыли. Вы забыли. И вот когда ваши дети придут и скажут, папа, все, вот папа, мальчик с мальчиком, все. Мне все, в школе все. Сказали хорошо. Игорь, Теодор. Не нравится. Игорь, Теодор, я считаю, что у нас сегодня получилась самая такая настоящая классная маленькая демократия в рамках студии прайм-тайма. К сожалению, вся страна наша не может и наше правительство, скажем так, похвастать, да, вот такими открытыми дискуссиями, в том числе и с оппозицией. Я вас очень благодарю за интересную беседу, за участие в нашем эфире. Ну, а вас, друзья, я, конечно же, благодарю за вашу активность, за интерес к нашему проекту. Ну и, как всегда, берегите близких. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.